находитесь на канале Аврашка Лайф. Меня зовут Наталья, я живу в Сибири, в Красноярском крае. И мне на днях зритель под моим видео задал вопрос, можно ли курам давать рис. Пишет, что вот купил мешок риса и теперь не знает, что с ним делать. Я хотела бы сегодня ответить на этот вопрос. Куры – это всеядные птицы. Это значит, что они могут съесть все, что угодно. Казалось бы, даже несъедобные вещи. То есть они одинаково хорошо могут съесть как растения, животную какую-то пищу. Также точно и какие-то камушки они могут, какие-то стеклышки могут. Пенопласт, вот если кто не знает, у меня куры тут как-то пенопласт набросились. Вот. Ну, то есть они могут все, что их клюв, как говорится, выдержит, то они и будут есть. А в дикой природе, да, вот прародители кур, дикие куры, они питаются, конечно, тоже все, что найдут, там червячки всякие, корешки, зернышки, семена растений. Ну, при содержании вот в неволе, так сказать, конечно, кур кормят коммерческими кормами, да, которые адаптированы под их потребности. И действительно, эти разработанные корма являются наиболее предпочтительны для кормления кур при домашнем содержании. И все владельцы кур также стараются дополнить рацион своих кур всякими там, кто во что гораздо, всякими личинками, всякими червячками и даже обрезки мяса дают. Вот. А знаете ли вы, что рис является распространенным кормовым ингредиентом в коммерческих кормах зарубежных стран, особенно Азия и там, где культивируют рис в больших объемах. Рис обеспечивает курам, их организм обеспечивает углеводами, там, другими веществами. Кроме того, куры очень любят рис. Цыпа, 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 цыпа. Пожалуйста. Рис замачивался сутки. А теперь, что касается пользы. Полезен ли рис для организма кур? Прежде всего, рис – это источник энергии. В рисе большое содержание углеводов и очень низкое содержание жира и белка. В рисе достаточно высокое содержание витамина В3 и витамина В1. Также рис богат магнием и калием. Калий полезен для работы сердечно-сосудистой системы. А также неочищенный рис богат клетчаткой, этими пищевыми волокнами. Вот я читала некоторые экспериментальные данные из Японии. При кормлении кур большим количеством риса у них наблюдался в яйце очень светлый желток. То есть, как я понимаю, влияет на цвет желтка. Ну, не в сторону его яркости, а наоборот, в сторону его побледнения, так скажем. Когда в рационе слишком много риса, это может вызвать у кур срыв кишечника, будет диарея. Соответственно, будут грязные перья вокруг клоаки у них. Вот. Ну, также это, конечно, может сказаться на яйценоскости, может при сильном превышении риса в кормах яйценоскость может снизиться. Но вообще, как я понимаю, когда вопрос касается пользы или вреда риса, то больше всего идут опасения о том, что какие добавки входят в рис. Ведь рис такой продукт, который очень хорошо в себя впитывает всякие пары, влагу, вот такое вот. И, соответственно, может содержать какие-то примеси. То есть, если уверен, что рис чистый, в принципе, можно курам его давать, но, опять же, в очень ограниченном количестве. А можно ли курам есть вареный рис? Да, вареный рис можно и, на мой взгляд, даже является более предпочтительным. Ну, по крайней мере, вот замоченный, как я сегодня дала. Вот у меня рис простоял где-то почти сутки замоченный, и вот я сегодня им дала. Там, правда, было его немножечко, у меня просто остались остатки, его ни туда, ни сюда не денешь, и я его решила отдать курам. Хотя в такие дни я курам рис не даю. Ну и также вареный рис, он как бы является обработанным, поэтому он
наиболее легкий для пищеварения кур. Плюс куры очень хорошо реагируют на вареный рис, как я понимаю, считают, что какие-то, наверное, это личинки, вот, да, вот, если глазами кур смотреть. Ну, я думаю, что они думают так же, как и я, как главная курица. А вообще, как я прочитала, его рекомендуют давать не чаще одного раза в день, а при этом, чтобы его в составе было, ну, не больше 20% от общего количества зерновых. А, так, это касается вареного риса. Что же про насчет сырого вот риса, который вот просто вот сухой сырой рис? Можно ли его курам? Да, говорят, что можно. А, и как обоснование приводит, что курица, когда эволюционировала, она же, ну, питалась вот все, что найдет, и рис в том числе она ела. Поэтому, как бы, ну, ничего такого, как бы, вредного в рисе для курицы не содержится. А, тем более, как мы понимаем, что в сыром рисе, конечно, для организма курицы содержится больше полезных веществ, да, которые в вареном рисе уже распадаются, то в сыром рисе, конечно, они находятся, ну, в своем более концентрированном виде. Однако сухой рис, да, он по объему намного меньше, чем вареный. Да. Вареный, когда разбухает, его больше становится, а сырого риса меньше. И за счет этого дозировку сырого риса необходимо сократить, в отличие, если, ну, брать по сравнению с вареным рисом. То есть сырого риса в корме должно быть еще меньше, чем вареного. Кроме того, необходимо помнить, что в рисе всего около 2% белка. И если мы будем его много добавлять в корм, то мы здорово уроним содержание протеина в корме. То есть это нужно учитывать обязательно. Ну и кроме того, существует такое мнение, хотя я прочитала, что это заблуждение, но я вот как бы тоже его придерживаюсь. Все-таки я понимаю, что сухой рис способен в себя впитывать влагу, да, очень сильно. И когда курица наестся сырого риса, если его много будет, да, одномоментно, не то, что она будет в течение дня ходить его клевать, а вот сразу она его, как говорится, нажрется много. Этот рис, ну вы понимаете, он где-то примерно час-полтора находится в зобе, намокает слюной, да, потом продвигается в желудок. Вы представляете, пока он начнет перерабатываться, уже может все там стать колом. Хотя говорят, что это, конечно, все ерунда, но вот я почему-то склонна верить. Даже знаю, что во многих странах запретили бросать рис. Вот знаете, когда на свадьбу идут, молодых рисом бросают. Запретили бросать рис молодым именно с этой точки зрения, что птицы склевывают рис, и, ну, его там много, то есть наедаются и потом погибают. Вот как бы есть такая информация. А, хотя, опять же, оговорюсь, что пишут, что это домыслы. Но вот я, лично я, склонна этому верить. И сама рис поэтому курам стараюсь никогда не давать. Или только вареный. А, соответственно, когда, если я вдруг решила дать курам вареный рис, никогда я в рис не добавляю соль. Потому что мы знаем, что рис очень хорошо в себя впитывает, даже когда мы что-то пересаливаем, рекомендуют мешочек с рисом опустить, чтобы он в себя впитал лишнюю соль. То есть поэтому я тоже курам никогда, если я решаю дать им рис, никогда воду не солю. А можно ли давать рис цыплятам? Ну, можно, конечно, давать с той точки зрения, что они от него не умрут, конечно, от риса. Но, опять же, понимая, что организму цыпленка необходимо белок, да, для роста, а рис – это углеводы практически там, на 100%, да, то вопрос для того, чтобы дать рис, то есть вы даете в ущерб росту организма цыпленка. А, кроме того, пищеварительный тракт у цыплят не приспособлен еще достаточно, чтобы переваривать такие продукты, как рис. Ну и что хочется сказать в заключении, да, как бы резюмируя все, что я сказала ранее, то есть рис, в принципе, курам есть можно. И в небольших количествах рис для кур, в принципе, полезен. Просто необходимо анализировать, какой ты рис будешь давать. Давать рис без всяких добавок,
Ну и не ограничиваться одним рисом. Понимать, что разнообразие для наших кур – это хорошая продуктивность. На сегодня у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем, кому было это интересно и полезно, ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня. Сейчас всем всего доброго. Всем пока. Bye.